Привет! С вами снова Юра Недашковский. И сегодня мы переходим с вами ко второму этапу упражнений по коррекции и подтягиванию определенных мышц фигуры нашей. Эти упражнения помощники нам будут в похудении, так что вам сегодня покажу эти упражнения. Итак, первое упражнение. Стойка на локтях, ноги вместе. Отрываем одну ногу и держим так 15 секунд. Спинку не прогибаем, меняем ногу, также 15 секунд. Каждое время может себе подбирать сам, потому что это от уровня готовности. Второе упражнение у нас. На левой стороне также стоим на стойке на локте, поднимаем ногу и также держим 15 секунд. Задержим. Мы в этих упражнениях подтягиваем приводящие. Задняя поверхность бедра укрепляется очень хорошо и подтягиваются все эти мышцы. Также подтягиваются боковые связки мышц. Переходим на другую сторону. Не проваливаем колено, не прогибаемся. Кому очень трудно, можно руку вот сюда поставить. И на заднюю поверхность бедра. Оп, пяточки вместе, прогибаемся, стараемся ногу оторвать. И смена. Вот такие упражнения. Они классные, они реально подтягивают очень хорошо. Заднюю поверхность бедра очень подтягивают наши ягодицы. Вот. И дают нам общий жизненный тонус. Спасибо. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и задавайте вопросы. До встречи.